Еще раз всем дня доброго. Из машины пока не буду выходить, потому что дождь идет. Немножко расскажу то, что я сейчас вам быстренько покажу, потому что дождь действительно сильно идет. Место это называется Суклема Мыза Варваторн. Это башня ворот Мызы Суклема. Мыза, ну, наверное, будет правильнее поместье Суклема, довольно старая, и первое упоминание о ней относится аж к 1425 году. Но, к сожалению, от Мызы практически ничего не осталось. Ну, что осталось, я вам сейчас покажу. И еще один такой интересный факт я нашел. Я сейчас открою окошко и покажу вам эту башню. Вот вы видите. Так вот, в 50-х годах эту башню местная молодежь использовала, второй ее этаж, для танцев и плясок, то есть своего рода дискотеки. Но сейчас я выйду и попробую что-то показать в этот дождь. Надеюсь, что-нибудь получится. Будем надеяться. Здесь уже прям РАТ, частная дорога, но пешком-то идти можно. Выглядит довольно красиво. Но вот здесь на меня капать не будет, и я смогу вам спокойно ее показать. Кругом надписи 60-х годов, 70-х, даже 40-х. Здесь информационный стенд небольшой, но читать я не буду. Кто захочет, найдет в интернете. Это, я так понимаю, то место, тот парк, где раньше была само поместье. Но поскольку я приехал уже сюда, то, несмотря на непогоду, попробую хоть немножко прогуляться. Камеру, наверное, не слышно так отчетливо пение птиц, но здесь просто их уйма. И все, несмотря на дождь, так красиво поют. Весна полным ходом. Цветочки. Хотя погода сегодня меня совершенно не балует. Прям как вот все против меня. Но здесь какой-то пруд находится. Вот видите, какая красота. Все в цветах. В общем, дальше нет смысла идти. Я, откровенно говоря, ничего здесь более не вижу, кроме вот одно здание. Да, по всей видимости, это что-то, то, что осталось от комплекса усадьбы. Хотя там вон тоже какое-то очень старое здание. Вполне возможно, что это, если не ошибаюсь, винзавод. Было в описании где-то написано, что на месте северной башни
поместье был построен винзавод. Я, конечно, не уверен, но вот это здание очень подходит именно для такого места, на мой взгляд. Я уже практически весь мокрый, но все-таки покажу вам издалека. И вот это старое здание. Ну что ж, буду я потихоньку заканчивать свою мокрую экскурсию, потому что она действительно мокрая. Вот такое здание с подвальным помещением. Но я туда уже не полезу. Я как раз сделал небольшой круг и выйду вот с другой стороны. Нет, не с другой стороны, я выйду как раз напротив того места, где я входил в башню, где частные дома. Это тот самый второй этаж, где, по всей видимости, раньше были какие-то перекладины или что-то. Где в 50-е годы были шумные танцы и пляски. Возможно, даже в этих надписях можно найти что-то интересное. Но я уже настолько мокрый, что хочу побыстрее ехать домой. Вот такая экскурсия погоду. И ветер, кстати, у нас очень сильный. Погода сегодня такая плохая, что даже камера со стабилизатором намокла, и он начинает глючить. Но у меня есть еще один пункт, который я хотел бы посетить, не знаю, получится или нет, и может, сейчас камера вообще заржавеет и откажет. Есть, конечно, телефон. Я хочу заехать в Мызу поместье, где родился и провел свое детство очень-очень известный во всем мире человек, мореплаватель. А кто это? Вот если я доеду, сниму, расскажу и покажу вам.